Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В Самаре выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Пляжные крылья Советов, финалисты чемпионата России. ЦСКА ВВС выиграл в Саратове предсезонный мини-турнир. В Саратове прошел заключительный в межсезонье мини-турнир по хоккею с шайбой. Местный «Кристалл Юниор» встречался с самарским ЦСКА ВВС. Оба клуба будут играть в первенстве высшей хоккейной лиги. Как первая, так и вторая встречи прошли с явным преимуществом военных летчиков. Счет в первом матче 4-1, во втором 4-2. Команды полностью отыграли все контрольные матчи в преддверии первого в их истории первенства ВХЛ. Пляжные крылья Советов выиграли полуфинальную серию плей-офф чемпионата России. Московский «Локомотив» сдался в третьем матче со счетом 6-5. Сочинский финал состоится в четверг и пятницу. Серия продлится до двух побед. Соперником самарцев станет победитель пары «Динамо Москва» «Кристалл Санкт-Петербург». В случае, если финал пройдет «Кристалл», чемпион России 2013 года, самарские крылья автоматически получат право выступать в Европейской лиге чемпионов. В Самарском дворце спорта стартует первый этап Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие лидеры этого вида спорта. На лед выйдут танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. На их счету золото командного турнира Олимпийских игр в Сочи. Аделина Сотникова – олимпийская чемпионка, Елизавета Туктамышева – чемпионка Европы и мира. Помимо именитых фигуристов, свое мастерство покажут и молодые перспективные спортсмены. Церемония открытия соревнований в пятницу вечером в 16:30. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.